Итак, еще раз добрый день, уважаемые друзья. Время 11 часов 4 минуты. На третьем корте теннисного центра в Минске продолжается матч второго круга квалификационного турнира. Турнира второй категории ТЕ. Турнир называется Белкантон Кап. Это город Минск. Илья Сарафин во встрече с Сергеем Карповым России. Илья Сарафин представляет Украину. По 15. По 15 на подаче Сарафина. Безупречная подача. Обмен ударами на задней линии. Принимает решение Сарафин сыграть резаным ударом и ошибаться. 15:30. Напоминаем, что в предыдущем дне Карпов взял свою подачу, вновь укороченную в исполнении Сарафина. Карпов недостаточно четок в выполнении удара из-под сетки, и Сарафин обводит его по 30. Четко вкручивает Сарафин. Ошибка Карпова. Больше на подаче Сарафина. Решающий. Один из решающих моментов сета. Больше у Сарафина, но... Карпов защищался как мог, но в конце концов ошибся. 3-5 на подаче Карпова. Нет подачи. 20-сантиметровый аут, нет подачи. И двойную дает Карпов. Проходит у Карпова первый мяч. Сарафин это укорачивает. И Карпов уже даже не перебрасывает мяч через сетку. Проходит у Карпова первый мяч, но Сарафин успевает поставить ракетку. Сарафин держит мяч, не форсирует. Карпов решил усилить. И 0:40. Тройной мяч был Сарафина. Карпов вкручивает. И четким ударом по месту с приема Сарафин выигрывает данный матч. Илья Сарафин попадает в основную сетку турнира, а Илья Карпов уступил в этом матче. А мы перенесемся с вами на корт номер 2, где продолжается матч между Александром Мягковым «Россия» и Данилой Будовой, Республика Беларусь. Впереди пока что в первом сете, видимо, Александр Мягков со счетом